очень нам бы хотелось, чтобы вот в этих квартирах у вас был уют, тепло и душевное равновесие. Для бюджетников, работников предприятий и молодых семей этот день особенный. Они наконец-то получают ключи от новых квартир. Все они участники республиканских программ социальной ипотеки и арендного жилья. От души вас поздравляем, Щенковалиган, Шундыш, Адлоклова, Кагавлян, Котлыба, Сызне. С нашей стороны 200 тысяч господдержка на каждого ребенка в счет погашения ипотеки. Спасибо. Спасибо большое. После церемонии вручения ключей в гостях у одной из молодых семей руководства исполкома и государственного жилищного фонда. В новых стенах супруги впервые накрывают стол, угощают гостей чаем. Квартиры довольны. Все они в этом доме сданы в чистовой отделке и полностью готовы для проживания. Оборудованы котлами, индивидуального отопления, сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, да, к вам? Конечно. Спасибо. Из окон новой двухкомнатной квартиры Равиля и Айгуль Халиулиных видны новая школа, детская поликлиника, спортивный комплекс и школа искусств. Они особенно рады такой инфраструктуре, ведь у них подрастают дети. Оба супруга работают на предприятиях, и стать участниками республиканской программы «Социальная ипотека для молодых семей» решили еще 3 года назад, отбросив все сомнения. Уже в эти выходные семья планирует начать переезд. Бояться вообще ничего не надо, на самом деле. Молодым семьям тем более, вся жизнь впереди. Надо всегда делать, рисковать, пытаться и пробовать все варианты. Вот я так думаю. Пытаться. Если не получится, другое что-то получится. Поддерживаете? Да, даже сегодня, вот когда мы получали протокол в ГЖФ, нам сказали, что вы можете еще даже до 35 лет, у вас еще есть возможность даже улучшить еще программу. Еще, да. Дом построен на улице Полющенкова в новом микрорайоне города. Он возведен за счет инвестиций государственного жилищного фонда. В нем 155 квартир. Их общая площадь составляет почти 6 тысяч квадратных метров. По Чистопольскому району у нас большие планы. Мы еще планируем построить 4 дома. Поэтому всех жителей города Чистополь, Чистопольского района приглашаем в нашу большую семью социальной ипотеки. Покупайте жилье, сохраняйте свои накопления.